Ой, девушка. Да. А можно с вами познакомиться? Ой, мужик, иди отсюда. Почему? У тебя что, проблем в жизни мало, что ли? И правда, пошел-ка я отсюда. Ген. А? Слушай, а давай кошку с собакой в деревню к бабушке отвезем, а? А чего это? Ну что, они только срут да жрут, и толку от них вообще никакого нет. Ну не знаю, я как-то уже привык за ними говно убирать. Хотя ты знаешь... Сияй, сияй. Как же я устала, целыми днями стираешь, готовишь, моешь, убираешь, ну уже сил никаких нет, а. Ну, Оксаночка, я ж тебе обещал, что когда мы поженимся, ты у меня будешь жить как в сказке. Ага, я-то хотела жить как принцесса, а не как Золушка. Скажи спасибо еще, что не как Белоснежка. Ну да, семь мужиков бы я не выдержала. Вот-вот. Поэтому «Золушка», я считаю, очень даже хорошая сказка. Угу. Гена, давай с тобой поиграем? Во что? Ну давай, ты как будто таксист, а я твоя клиентка, ты меня привез, а у меня денежек нет. Ну давай. Ой, дяденька таксист, у меня денежек нет. Отпустите меня домой, пожалуйста. Ну иди. В смысле иди? Беги, беги давай, отпускаю. О, Оксан, у тебя есть 50 рублей? Есть, и зачем? Ну, мне надо на урок английского. Ты что, английским занимаешься? Ну, я хожу на курсы уже месяц, ты что, забыла, что ли? Да, ну-ка покажи, чему там тебя научили. Да сейчас... За 50 рублей. Легко, смотри. Семья по-английски Фатилу. В семье есть Матхер, Фатхер, Доюгхтер, Соб, Систер и Вродхер. Дорогая, привет. Привет. Слушай, я сегодня так наработался, такой голодный и уставший, как собака прям. Ты же приготовила что-нибудь пожрать-то? Да. Ну все, скоро буду. А ты где? А вот подхожу уже к дому. Да? Оксана, ты что ли там? Да. Пусти, я срать хочу. А ты мне сапожки купишь? Куплю. А собачку купишь? Куплю. А шубку купишь? А шубку я тебе не куплю. Фуфайки будешь ходить. О, ты куда собралась-то? Ну как куда? У Маринки же день рождения. Мы сейчас с девочками в сауну пойдем. Не пойдешь ты в сауну? Почему? Знаю я, что вы там с девочками делать будете. Откуда ты знаешь? Че, я с девками в сауну, что ли, не ходил? Какими девками? Да ладно, ладно, иди, я пошутил. Ой, девушка. Да. А вы животных любите? Конечно. А прям всех-всех? Конечно, всех. Ой, а возьмите меня к себе. Я такая порядочная скотина. Геночка, ты у меня такой хороший. Такой миленький, добрый, не материшься, не пьешь, не куришь. И по бабам не гуляешь. Молодец. Когда мне было 15 лет. Кто там? Кто там? Дверь откройте. Пусти, пусти, пусти меня. Гена, ты что, еще не готов, что ли? Ой, я хотел кофе попить. Ну мы же опаздываем. Да я быстренько, я одну чашечку всего, одну. Ага, знаю я твою чашечку.